Цыпа. Так, ребята, привет. Значит, если кто не понял, это мои любимые цыпочки. И у меня сегодня breaking news по поводу вчерашнего стрима. Значит, дикий факап произошел с донатами, да? Но кто до конца досмотрел, тот понял, что произошло на самом деле. Просто как бы YouTube меня подставил. Там дело в том, что сократилась ссылка, и, значит, Ребзя, спасибо вам за донаты, вот, но вы донатили некому Сергу на шавуху, а хотели мне, и вот от этого очень обидно, я хотел бы вернуть вам эти самые ваши деньги. Я обратился в службу поддержки вот этой вот конторы Donation Alert. Они сказали, что для того, чтобы вернуть эти средства, которые вы отправили, нужно прислать информацию о почтовом ящике, который был указан, о платежной системе и сумма платежа. Вот. Вы мне можете прислать, если нужно, опять же, вам это, можете прислать мне в WhatsApp или на почту, я укажу и в описании тут где-нибудь сейчас рядышком, значит, эту информацию, то есть почту, платежную систему и сумму. Вот. Я зашлю им туда в Donation Alerts, они обещают отправить. Вот. Если вы вот хотите все это же. Я, видишь, одну унес, они теперь там паникуют. Вот. Будем пилить стрим. Хотите стрим по птицеводству, но в ближайшее время, я думаю, у нас будет стрим по проектированию танка и по морской аквариумистике. Вот. А это цыпочка, это моя любимая, это фавероль. Курочка. Ну какая. Вот. Ладно, еще раз, Ребзя, вам огромное спасибо за поддержку, и вот прям от души. Пишите письма, увидимся в новых видосах. Пока. Типа. Типа.